Привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. С острова на Поляну отправили Катю Кузнецову и Арая Чебаняна. На остров с Поляны отправилась Саша Черно. Вместе с ней отправили и друга Кевина Кузнецова, Артема Жукова. По приезду Черно устроила безобразную сцену. Она пыталась завалить бойфренда прямо на пляже под камерами. Иосифу не понравилось ее навязчивое поведение, и он не мог скрыть своего нежелания даже общаться с ней. Марго Овсянникова продолжает настаивать на своей симпатии к Оганесяну. Она пытается его завоевать и уверена, что он не любит Сашу. Наладились отношения в паре Тани Мусульбес и Виктора Литвинова. Таня пообещала ему раз и навсегда прекратить общение с бывшим парнем, которому ревновал Виктор. Катя Жужа обрадовала своих подписчиков, она не ушла с Дома-2, а просто была в длительном отпуске. Она опять включилась в рабочий процесс и принимала участие в съемках. В недавнем эфире зрители могли наблюдать безобразную выходку Кирилла Щетинина. Ольгу Рапунцель напугало его агрессивное поведение. Кирилл скинул с лестницы кроватку, подаренную Димой Дмитренко. Рапунцель очень долго рыдала и в одиночку даже не рискнула вернуться в VIP-дом. Юлия Ефременкова продолжает рассказывать о своем детстве. Она откровенно рассказала о том, как болезненно переживала развод родителей. Юлии до сих пор обидно, что в 6-летнем возрасте ее бросил отец, он женился на женщине с ребенком и, по сути, чужую девочку воспитал как родную дочь. Алексей Чачец продолжает публиковать совместные фото с Лизой Триандафилиди. В комментариях ему пишут, что их пара очень красивая и советуют ему попробовать с Лизой второй раз. Костя Иванов раскрыл секреты интимной жизни с Сашей Гозиас. В прямом эфире он рассказал, что они практиковали очень часто секс втроем. Для этих целей вызывалась подруга Саши, некая Настя. Также Костя рассказал, что причиной расставания с Гозиас были ее измены. Он установил девушке приложение и знал, с кем и когда она общается. Мэри Кулешова и Алиса Летинская, недавно покинувшие Дом-2, отправились на отдых в Дубай. Зрители жалеют об их уходе с проекта, пишут, что все классные и яркие девчонки поуходили, смотреть стало не на кого. В сети продолжают обсуждать свадьбу Саши Артемовой и Жени Кузина. Возмущение вызвало то, как общались с маленьким Митей. Например, в попытке поймать букет невесты, Вика Берникова грубо отпихнула ребенка. И Артемова вместо того, чтобы пожалеть малыша, лишь попросила его отойти в сторону. На это видео отреагировала Маргарита Агибалова. Она написала Саше: «Ты бы постыдилась такое видео выкладывать. Ребенка отпихнула сначала одна, потом вторая. Молодцы, конечно». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.